Майкл, привет. Друзья, всем привет, меня зовут Раиль, это «Хижина музыканта», и со мной сегодня Александр Кузьминых, гитарист-виртуоз. Мы сегодня в Казани, потеплело, помните, в октябре здесь снимал? Мы сейчас это дело продолжим, рубрика «Пою любую песню» или «Даю 100 рублей любому прохожему». Никакой постановы, будем просто подходить к людям. Да. Погнали! Девчонки, здравствуйте, можно вас попросить? Мы снимаем контент для Ютуба, назвать любую песню. У вас будет 3 попытки. Ну, то есть, как бы 3 попытки, если мы не сможем, мы вам 100 рублей даем. Назовите песню, пожалуйста. Так, название песни назвать? Или артиста. Или артиста, да. Я всех забыла. Память девичья. Можно в плейлисте посмотреть, да. Фогель. Фогель? Да, Фогель, да. Фогель, давай, спою Фогеля. Мальчик такой. Не мальчик, новое там есть. Давай, давай. Дуракам везет, да? Да. Давай, давай, делай красиво. Я буду подпевать. Так. Мы будем красиво слушать. Петь надо будет? Нет, вам не надо петь. Вам нужно будет, знаете, красиво молчать. Хорошо. Погнали? Давай. Дуракам везет, поэтому дурак я. Ведь найти тебя смог из тысяч миллиардов. Судьба и повезло, это уже не важно. Важно лишь не потерять тебя, не потерять тебя. Дуракам везет, поэтому дурак я. Ведь найти тебя смог из тысяч миллиардов. Тебя, не потерять тебя. Спасибо, вот и все. Очень красивые глаза. Канал «Хижина музыканта», да, хорошо? Канал на Ютубе. Прямо сейчас среди своих подписчиков я хочу разыграть 10 тысяч рублей. Выберу 10 победителей и отправлю по 1000 рублей, чтобы вы могли купить себе наконец-то хорошие струны. Для участия очень простые условия. Нужно подписаться на канал, включить колокольчик на верхний ползунок, сделайте это прямо сейчас. Написать в комментариях небольшую заметку, чем будете заниматься летом, чтобы сразу отсечь халявщиков. И третье, это поставить лайк этому видео. Итоги подведу у себя в Инстаграме, поэтому обязательно подпишитесь. Девчонки, привет! Любую песню. Да. То есть абсолютно любую. А если у нас не получится, мы вам 100 рублей даем. У нас 3 попытки. 3 попытки, да. 3 попытки. Попытки не пытки, поэтому... Современных артистов. Современных артистов и можно не очень современных. Назима, беги. Ох, блин. Первая попытка есть. Ну, я Назиму знаю, хорошо. Он ее знает, но он с ней жил полгода. Дальше. Ты что, казашка? Нет же? Ты? Нет. Нет, ну ладно. Татар? Тарча? Ну все. Козлар. Эх, сазматур козлар. Дальше, дальше. У нас плейлисты на татарском. Да? Плейлисты Айблбулум. Самый свежий песня. Самый свежий. Ну ладно, а может Уфтанма, ты Уфтанма же знаешь. Уфтанма хамырле Йоскэбэ кутэдип Шёл шашин курсэнгдэ Уфтанма Йоскэлэ дэкэтэ Хамыр шулаюнтэ Уфтанма. Все? Круто! Круто! Спасибо, спасибо, давайте. Пока. Ну, молодец. Илья, ну ты вообще молодец. Я не знал, что ты знаешь эту песню. Ну, чуть-чуть знаю. Все. Теперь вы в видео. Здорово. Давайте, называйте любую песню, здорово, и мы споем. И попадете ко мне на канал и к нему на канал. Песню любую, какую слушаете. Русскую, современную. За окном? Что за окном? Какую за окном? Ну, новую ютубер была. Типа, ну у меня есть песня за окном, еще какая? Твоя имя. Ее что ли? Я, прикинь, забыл аккорд своей же песни. Подожди, ты забыл аккорд своей песни? Да. Раиль, как так вообще? Но она совместная, я ее не воспринимаю как это. Так. Балалайка, привет. Вы не видите, мы разговариваем и записываем видео. Мы записываем видео для телеканала ТНВ. О, господи. Там базары нет.
Как раз надо вспомнить, пока паузу сделали, ладно. Ну ладно. За окном Арслан. Мы вас не задержим. Ты меня напугать хотел этим. Мужчина. Это тот самый? Тот самый. Так, заказали мой трек, называется «За окном». Это, конечно, совместная песня, я ее уже забыл, потому что она новогодняя. Там за окном суета, праздник накрыл города. По лестнице сквозь этажи, далеко Стамбул бежит. Импровиз. Вообще круто. А вы какую песню? Мы контент для Ютуба, да? И вот девушка попросила сыграть песню группы Крови. Ты помнишь? Группа Крови? Группа Крови, цыганская песня, да. Да, давайте спою вам сейчас. Давай. Группа Крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне остаться в этой траве, не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне удачи. Мы желаем вам удачи. Спасибо большое. Всего доброго. Ага. Ну ты быстрый, шустрый, конечно. Да я не быстрый, мне кажется, нормально. Все песни, во-первых, ускоряются, не замечал. Чего? Сначала медленно начинает, потом быстрее, быстрее. Я поэтому шутканул. Три попытки. Если не поем, 100 рублей вам даем, короче. Ну, тут три. Окей. Давай. Можно, пожалуйста, Dead Clock, Бритки? Нет, нет, русские. Русские, да, русские, да. Тамерлан двери. Раиль, спасай положение. Тамерлан двери. Так, попытка номер 1 не удалась. Попытка номер 2. Здрасте. Команда забыла. Все. Так, вот он. Давайте мой козырь. Мой козырь пришел. Козырной туз. Есть современные песни? Да. Русские современные, да. Не обязательно рок, можно и хип-хоп. Руки вверх, да? Это всегда так, когда спрашивают, там, расскажи шутку, да? Или типа придумай песню. Не получается сразу, да. Ну и всех так. Пицца, да? Пицца, пятница. Пицца. Кому пицца, кстати, кому на да. Пицца. Вспомнили эту песню. А, или пятница. Группа пятница? Группа пицца, песня пятница. Все. Раиль, ты же знаешь. Сейчас, да. С понедельником по пятницу, будто бы назад, время пятится. Мы были нигде, плавали в мутной воде. Различимые два обстоятельства. Я бы не увидел тебя среди миллионов прохожих. Это мне не нравится, и тебе не нравится тоже. Я бы не заметил тебя и прошел бы мимо при встрече, если бы не пятница, если бы не пятница вечер. Хорошую песню вспомнили. Спасибо. Я ее забыл, честно. Внимание, да, спасибо вам. Спасибо, всего хорошего. Забыл эту песню? У тебя всегда, ты же всегда отличался феноменальной памятью. Я на ходу сейчас вспоминал. Тебе даже вспоминали даже с этим... Шазам? Ладно, все. Да, Шазам. Не, давай лучше, знаешь, чтобы ты в нас не выстреливал. Так. Вот, можешь песню какую-нибудь? Давай. Ну? Так. Многоточие, играйте еще? Многоточие? 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 Да, да. На солнце боль взгляд смотрит в небо, ждет ответа. Душа не верит в то, что нету, тебя уже нету. На сердце боль взгляд смотрит в небо, ждет ответа. Душа не верит в то, что нету, тебя уже нету. В жизни так бывает, что любовь приходит вновь, только пламя догорает и не бьется.
А можно на минуточку? Четко? Вообще. Так. Блин, я подмерзаю. А Раиль, давай я тебя выручу, брат. Давай. Держи, держи, держи. Не оделся я сегодня, ребята. А? Вот. А вот, теперь. Здорово. Да, привет. Привет. Привет, записываем видео, называйте любую песню, мы исполняем. Денег не требуем, даже сами даем, если не сможем с трех попыток. Да, песни какие-нибудь русские, ну желательно русские. Ну давайте, пускай будет легко, ты Венера, я Юпитер. Да, давай. Давай, поехали. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите. Опять ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите. Опять. Хватит, наверное. Спасибо. Все, спасибо. Все, давайте, спасибо, хороший ребят, вечер. Давай. Да? Здорово. Да, ребят, а может быть одну песню назовете какой-нибудь? Владимирский Централ. Юность. Юность и Владимирский Централ. Давай. Поехали. Звук поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говорить до утра. Это юность моя, это юность моя. Звук поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говорить до утра. Это юность моя, это юность моя. Все, красавцы. В ТикТоке будем? Ну, конечно, да. Вы попали в историю, все. Чтобы миллион был, знаешь, надо как делать? Вау, вот так. Да. А мы не отсюда вообще. Вы не отсюда? Откуда? Гуляй, из Перми. А, из Перми. Реальным пацанам привет. Передадим. Все, давайте, пока. А продолжение ржаки с этим мужиком смотрите в моем инстаграме. Ребят, сегодня был пробный выпуск, мы проиграли 400 рублей. Я еще не особо разыгрался и замерз на самом деле, я когда холодный не могу играть. Зато Александр был в ударе, это все равно пойдет на его канал. Продолжение будет по ссылке в описании под видео. Ставьте лайки, комментируйте. Если хотите, да, продолжение, мы еще раз выйдем, но когда потеплеет. Да. Погнали.